прямой репортаж с реки Ур. На связи Алексей Владимирович. Мы с Юкой добрались до крайней точки. Ну, можно сказать, до крайней точки наших возможностей. По Уру. До границы с Россией осталось где-то приблизительно у нас километров 45, я посмотрел. В принципе, идти можно, но это лодку убивать слишком мелко. И сливы каменистые. Мы вчера и так лодку поубивали хорошо с Юкой. Сейчас вот дошли до этого места. Решили дальше не идти, там посмотрели. Ну там подъемы. Как лесенка. Ну да, лесенка сделана и невозможно пройти. И сливов нормальных нет. Так что все это предел. Ну а по карте речка заканчивается через километров 15. Я харю захотим порубачить. На живца, на таймене. Какой. Ребята, вот он родной где был. Такой неплохой. Посмотрим, какой это урский хариус. Ух ты, карманчик-то какой. Так это линок. Это линок. Это линочек. Этого линка мы брать не будем. Хотя у нас есть разрешение. На сколько, Ёха, на 3 килограмма? Угу. 3 килограмма мы можем взять. На мое имя. Мелкие рыбы. Ой. Ой. Конечно, не тот экземпляр, за которым мы охотились, но ничего страшного. Лиха беда начала. Давай, родной, беги. Речка, когда поднимались, таких горбачей видели, мама не горюй. Есть. Так. Вот. Вот он, родной, это хариус. Хороший причем хариус. Не ошибаюсь, опять. Тоже моя любимая мормышка. Челочка. Вот, в принципе, вот эти мормышки мои везде любимые. Это вот, ну-ка, Ёка, покажи. Ой, ай-яй-яй, как она зацепилась опять. Да вот. А что ты? Ай-яй-яй. Это вот пчелочка. Пчелочка вот. Потом он черная золотым набалдажником и кембрик. Сильно близко не надо.
вот этот настрой, в принципе, он у меня видит. Какое крыло. А? А вон она сзади. Домой он пойдет. Сейчас мы фотографии с ним сделаем. Это должен быть кайф по-любому. Вот он родной. Вот он родной, солюбнушка наш. Наконец-то. Наконец-то хорюзок попался. Ох ты, смотри, у него алая такая. Фига тут твоя. Но все-таки хорюз здесь, конечно. Цвет, под цвет этой фигни. Хариуса только на Кантигире видел.
вещает. Страна Монголия. Река Ур. Сегодня 6 октября. Проснулись. Поздно, правда, проснулись ночью. Ночью съемками занимались звездного неба. Допоздна. Вон Йока меня холодной водицей умывался. Йока, ну как у нас? Настроение боевое? Это ты на камеру специально говоришь, да? Что вода классная. Вода на самом деле холодная, очень сильно холодная. Сегодня ночью морозит, помню, не знаю, может градусов 7-8. Нам бояться нечего. У нас палатка как снегирь. Не помню, как это. Четырехместная, не помню, как она называется вообще. Четыре ломки. Все эти хохоряшки, лодка. Вот это все, можно сказать, притащили на себе. И лодку на себе притащили. Где-то полдня. По мелякам лодку таскали эту груженную. Так что можно смело говорить, что притащили мы это все на себе. Вот так у нас внутри хорошо и уютно. Все оборудование влезло. Печку с собой привезли. Подготовились серьезно. Глубокая осень в Монголии. Шутить нельзя. Может и мороз ударить, хотя он уже и ударял. До минус 9 доходило по дороге. Вчера весь день дождь, снег шел, вчера тепло было, позавчера тоже тепло было. Сейчас у нас дилемма. Вон за поворотом. Слив лесенки. Там все в камнях. Как мы сейчас выбираться будем, не знаю. Как мы забрались, я даже не знаю, если честно говоря. Я думаю, мы не заберемся там уже. Даже мысли посещали, что уже все, труба дела. Мы там застряли хорошо. Ну, проползли. Сейчас будем думать, как там все это воплотить. Посмотрим, может, дорогу там расчистим, камни почистим. Может, вещи через остров там перенесем, а на пустой лодке промчимся. Не знаю, что делать. Но я точно знаю, что времени у нас заберет это много. Хотелось бы еще на Таймене порыбачить. На Таймене разрешение взяли. Бензогенератор с собой. 700-ик. 12 килограмм вешает. Бензина что-то малышка взяли немного, конечно. Три канистры можем его и не брать. У нас получается, сколько осталось? Еще 4 канистры полных. А вниз чуть больше 100 километров спускаться. Это что там? Ну, 40 литров. 40 литров у нас идет, 2 канистры. Ну, одну канистру лишнюю, ну, взяли. Ну что, Йок, варим кушать, да собираемся-то вперед. Йока патриот российский, хоть и монгол сам, Сочи 2014. Так, Йок, вот так сниму. Thank you.
смотри, сзади снег опять идет. Мама, не горюй. Надо собираться, да кушать варить. Все. Идем указывать дорогу. Йонич, это экстрим. Непривычное дело, конечно, указывать дорогу. Йонич, это экстрим. Ну что, придется. Так, посмотрим. Тут камень. Тут камень. Нормально. Лишь бы проехал. Он не так поехал. Ну ладно. Главное, чтобы проехал. Да. Йонич, это экстрим, дорогу не укажешь. Но своего дорога. Йо, кацан, красава. Дорогу мне показывай. Другую. Опа. Опасный, это экстрим. Подаван. Бля, груженый, мама, не горюй. Лена, я вот не знаю, здесь взлечу, не взлечу. Так, я тебя сейчас справа там остановлю. Выйду. И пойдем вместе сходим, посмотрим, где разгоняться. Рыбалка только. А? Сейчас только рыбалка. Сейчас только рыбалка, да. На мой техник проехал. Переживали полдня. Фу, посмотри сюда. Выбор Jet Extreme. Профессиональная фото- и видеотехника. Бинар. Магазин фототехники.